В эфире информационный канал «Город», и мы продолжаем. До Нового года остается чуть меньше месяца. Город уже начинает зажигать праздничные огни. Сегодня на улицах города загорелись первые новогодние гирлянды. Здания городской администрации, теруправления по Октябрьскому и Нововятскому районам стали первыми местами, которые светили праздничные иллюминации. А в сквере 60-летия СССР уже зажглись три шара над чашами фонтана, гирлянды на деревьях и световые панно. На следующей неделе городские власти опробуют новинку – видеопроекторы. До недавнего времени эти устройства были установлены на Сенной площади Санкт-Петербурга, а на днях их привезут в Киров. Правда, проецировать на здание они будут, скорее всего, не захватывающие дух эффекты, а падающие снежинки. Ждем мы два видеопроектора, которые планируем установить также на театральной площади. Сейчас рассматриваем возможность использования фасадов драмтеатра правительства Кировской области, либо института. Световое оформление здесь должны включить к концу следующей недели. Кстати, главная елка города уже собрана и украшена. Сейчас рабочие строят ледовый городок. К слову, гораздо более быстрыми темпами, чем в прошлом году. Лед для него, отметили в администрации, везут на этот раз с севера области, а не из Перми.